знаешь? У них спроси. Ходят утром туда, вечером сюда, ночью туда-обратно. Контрабанду проносите. Три пирога – это контрабанда? Стал бы я из-за трех пирогов патрон тратить, тетушка Софико. Арака! Арака что? Нельзя? Алкоголь проносить строго запрещено, батон Акаки. Только безголовые люди с долины могут такого идиотства придумать. Зачем вы деда в реку загнали? Слушай, никто его в реку не загонял. Он сам туда зашел. Мы его просто через границу не пускали. У него паспорта даже с собой не было. Откуда он знал, что он, когда идет на речку, надо с паспортом идти? Это же не просто речка. Это же стратегический объект. Слушай, Гурам. И ты, Максим. 70 лет на свете живу. Столько же лет через этот мост хожу. К соседям шел, чтоб пригласить на праздник. В честь приезда моей внучки. Угощение своему другу. А если нам нельзя встречаться, я не хочу жить на этой земле. Стреляйте! Кахин, что делаешь? Что делаю? Что делаю? Куда ты идешь? На Луну иду! Вас эпоха, и мне должно быть плохо! Батона Кахин, ну очень тебя прошу, границу не переходи! Пусть тебе плохо на родной земле будет! Мне здесь хочется! Вот здесь хочется! Хорошо, что пришел! Слушай, Коша! Ты зачем грузинские камни за границу бросаешь? Нас по мосту нельзя, пусть люди по камням друг к другу в гости ходят! А ну, прекрати диверсию! Что ты мне сделаешь? Я по своим грузинским камням иду! Чего расшиберились? Не хрести! Кто стрелял? Мы с Гурамом стреляли, отец Николай! Границу приказано закрыть! Господи, заступись за чада твои! Выходите из реки! Простынете и умрете впустую! Умрут! Похороните меня здесь, в речке, и памятник поставьте. И напишите на памятник. Здесь покоятся грузин Кахи Хипиани и осетин Бази Кесаев, которые погибли в речке из-за дурости лейтенанта Гурама Антелава и пограничника Максима Лапшина. Правильно! Да, и меня не забудьте написать. Тебе рано еще памятник. Так, давай. Пока пироги не остыли, как эта речка, говори тост. Бази, я хочу выпить тост за людей, которые любят и уважают друг друга, чтобы им не мешали. Короче говоря, я хочу выпить за мир. Во всем мире! Во всем мире! Православные, и я с вами! Хорошая рака. Хорошая. А пироги какие вкусные.